соответствии с частью 2 статьи 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Субботкину Максиму Владимировичу наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.